Всем привет! Вы на канале FordMag, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новенькое видео от Animator Snowman. Да, наконец-таки я прислушался к вашим просьбам, дорогие комментаторы. Я умею читать ваши комментарии. Я все вижу. И все читаю. Обожаю вас. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. А именно к нам сегодня на реакцию попал его ролик под названием «Как коронавирус научил родину любить». Да, вот и эта щепетильная тема добралась до контриболов, хотя это, в принципе, было ожидаемо. Да и что за фигня, я вообще должен выглядеть по-другому, учитывая какие сейчас условия. Эх, я на карантине, дома, в безопасности, совершенно один. Никто нас с тобой не достанет. Да, знаю, в этой шутке еще должна была быть гречка, но гречки не осталось в магазине. Народ, вы совсем, по-моему, ее будали. Остановитесь! Ну ладно, не будем тянуть, и давайте поскорее приступим к просмотру, благо я очень давно не смотрел Animator Snowman, реально соскучился по его анимациям и довольно-таки классным шутейкам, так что поехали! 3, 2, 1, погнали! Привет, нищеброды провинциальные, как вы там своих захолустьях? Оу, Москва. Я вот за покупками до Милана рванул, да и так развеяться. Ох, ну не хвастайся тут, а? У вас даже не бабло, чтобы до меня добраться, а не то, что потусить. В смысле коронован? Не только ты, еще другие посещавшие Италию, там сейчас полная жопа с этим вирусом. Всякий зараженный, который выйдет на улицу, будет обвинен в преднамеренном убийстве. Здоровым по улице тоже не, нечего серьезно. Шастать, сидите дома. А ты у кого черта, люди? У Швейцарии. Как все равны-то перед коронавирусом, даже нейтралитет не спасает. Из-за эпидемии пострадает промышленность, надо временно национализировать. На самом деле компании, из этого вируса экономики пипец во всех странах. Это будет временно, уже чувствую корки вкус коммунизма. Но у нас и сопрели коммунизм, так что перешифем. Ситуация все хуже и хуже, давайте пока что завяжем с футболом. Столько денег придется за билеты вернуть. Ну ничего, наша экономика и так зато будем стримы по фифе делать. Мы все умрем, мы все умрем. Мы все умрем, мы все умрем. Эх, какой позитивный настрой. Не так я хотел евроинтегрироваться. А ты че это закрылся, братец? Без обид, братец, но с этим вирусом лишняя осторожность не помешает. Слышь, у тебя зараженных больше, чем у меня, так кто от кого закрываться должен? Продукты, кстати, продукты, да, это пипец как нелогично. Пускай продуктами запасаются, а мы будем оружием. Когда оно есть продуктами, проблем не возникнет. Эх, оружием, вот оружием, но продуктов мира, реально уже не хватает. Задел. Какая досада, теперь ее даже не продать. Капец, что в мире творится. То чувство, когда реально не обидно, что нет денег на заграничные поездки. Как хорошо быть Мухосранском, да? Ни вирусу, ни террористам не нужен. Мы, правда, тоже не без зараженных. Ты чувство, когда сам живешь в Мухосранске. Дела не так уж плохи. А если еще учесть, что Москва к нам никаким боком, то дела у нас просто замечательно. Россия, Россия. А это где? Сразу за МКАД. Ох ё, там же одичалые живут. Ну, бабло тырить и вывозить за границу. Кто бы заливал за МКАД, Москва? В своих захолустьях красоту не навести, чтобы на заграницу были похожи. Но это так, из области фантастики. Снова плохие новости? Как сказать? Срочно укрепляем границу, чтобы каждый миллиметр был под тепловизором. Чертов Литл Би, кто тебя просил на Евровидении побеждать? Теперь вся эта зараза к нам едет. What the fuck, Russia? Ну что ж, ребята, должен сказать, что анимация в целом мне реально понравилась. Очень хорошо аниматор разобрал данную тему коронавируса. И, честно говоря, смотря на весь этот пипец, даже в анимации чувствуешь, какой же сейчас трэш происходит в мире. Но самое криповое, что при этом люди массово начинают терять голову. Но давайте забудем о грустном и разберем саму анимацию, благо, как всегда, рисовочка очень приятна глазу, сама анимация действительно хорошо сделана, и за это Animator Snowman получает мне огромный респект и вирусный лайк. Эх, еще же сейчас Resident Evil 3 выходит. Irony! В общем, буду ждать с нетерпением новых анимаций от Animator Snowman. Хочется побольше такой же приятной, плавненькой анимации, таких же шикарных шутеечек. Но надеюсь, что следующая анимация не будет посвящена этой не самой приятной теме. It's time to stop! А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика и подписывайтесь на канал Animator Snowman. Всем удачи и... всем пока!